Ну что, ребят, всем здорово. Сегодня у нас зима уже в Москве. И ехать куда-то далеко времени мало. Поэтому решил порыбачить, прямо так сказать, в Москве. А точнее, на Борисовских прудах. Вот смотрю, ребята уже сидят. Сейчас попробуем. На блесну, на чертика. Снег идет. Погодка такая, конечно, не очень. Степени окунь, плотва. Вот такой вот пруд. Посмотрим, что клюет в Москве. Первый окушок. Буквально вот только просверлил. Это кошки. ИСКА 08. Вот. Чертик белый. Нам нужен окунь покрупнее. Была вторая поклевка. Мелко здесь. Крупный окунь преобладает. Просверлил 3 лунки. Сейчас попробуем. Поклевки. Окунь не крупный. Такого плана чертик у меня. Вот. Белый. Это я уже. О, еще поклевок. Вот и плотвичка подошла. Универсальная насадка. Без мотылка. Кошку можно взять, конечно, но... Сейчас. Вот они, дома рядом. Можно отвести, так сказать, душу. Порыбачить. Опа! Вот она, смотрите, какая плотва, ребята. Оп! Есть такое дело. Смотрите, какой гадный. О, красавчик. Взял. Сопротивляется, конечно. Красиво. Опа. Вот, смотрите. Ушился. О. Вот, можно сидеть на одной лунке. Здесь же ходит. Вот он очередной окушок. Тут. Чуть ли не в центре Москвы рыбачу. Практически у льда. Не крупный. Оп. Очередной малек. Уже овец нам сегодня не нужен. Что, этого мы отпускаем. Идите. Оп. Опять очередной шпингалет. Но нам нужен покрупнее окунь. А тут, видимо, мелочь стоит. О. Нет, это неинтересно. Такой шмакодявку ловить тут сидеть. Крупнее окунь давай. О, это уже другое дело. Уже побольше. Оп. Повис. Будем сегодня только покрупнее собирать. Этих отпустим. Обычная балалайка, кивок, вот. Леска 08 зимняя и мормышка такая вот белая, ну чертик, нравится мне она очень, поклевочки на нее всегда есть, отец у меня тоже на них, я как-то в свое время на выставке взял их, целую коробочку, вот он очень доволен. В феврале будет выставка, надо будет еще раздобыть. Ну что, ребят, немножко порыбачили мы. Надо попить чайковского. С шиповником. Видео смотрели же, наверное, как я шиповник собирал. Вот. Заварил шиповником чайок. Взял один такой нормальный, ветер сильный, снег идет, может меня плохо будет слышно, но такие условия погоды. Ай, вкусный. Ладно, попили чаек, пойдем дальше. Вот, ребят, очередной окушок. Смотрите, какой. Можно в аквариум запускать. Бумячок. Плыви обратно. Сегодня мороз. Где-то -5, -7, может. Такая комфортная погодка. Но снег идет. Вот. В Москве стало красиво. То некомфортно. Вроде холодно, а снега нет. Не очень, не люблю я так. Пойдем на новую лунку. Сразу окушок. Вот так вот. Не во всех клюет лунка. это уже более-менее, но еще не крупняк. Ну что, ребят, вот наш скромный улов на сегодня. Вот это вообще красавчик. Думаю, хватит. Ветер усиливается. Пойду я, пожалуй, домой. Душу немножко отвел, порыбачил. Вот. Сейчас смонтирую видео и выложу, покажу вам, как оно. Рыбалка в Москве. Вот. С погодой чуть-чуть не повезло, ветер. Не было бы ветра, была бы вообще шикарная погода. Вот. Всем удачи. Кто смотрит мои видео, вам спасибо. Кто только пришел на мой канал, не забывайте подписаться. Будут еще рыбалки, охота на зайца. В следующем видео будет поездка за ротаном. Очень результативная. Советую подписаться, чтобы не пропустить очередные видео. Так что всем удачи, ни хвоста, ни чешуи вам. Пока.